Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Дионис, и, черт возьми, это финальная серия прохождения игры Call of Duty Advanced Warfare. Ну, давайте посмотрим, что нас ждет в финале. Так. По крайней мере, нет. Нет. Не уходи. Мы почти на месте. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Уже недалеко. Давай. Давай. Нет. Кормак. И что теперь? Пора с этим покончить. Только мы можем помешать Аренсу запустить Мантикору. Нас трое. Против армии. Самоубийство. Все верно. Но ведь он так бы и сделал. Ладно. Есть идеи? Одна. Интересно. Очень интересно. Страж 2-1. Сенсоры показывают высокий уровень загрязнения в городе. Мы не сможем поддержать вас наземными силами. Прием. Крикпейн вас понял. Ваши позиции приближаются десантные катера. Вижу. Огонь по катерам. Сжечь их. Разбираться самим. Если не можете остановить процесс, убирайтесь оттуда. Вас понял. Со мной.
Неавторизованный персонал в секторе 4. Повторяю, неавторизованный персонал в секторе 4. Посторонние в стартовой шахте. Всем отрядам немедленно собраться в секторе 4. Неавторизованный персонал в секторе 4. Повторяю. Неавторизованный персонал в секторе 4. Ракета готова. Идет
Идет погрузка. Закончено. Запуск
через 3 минуты. Погрузка закончена. Готово.
готова. Запуск через 2 минуты. Перезарядка ракеты. Ракета готова. Проверка 3-й ступени закончена. Ракета готова. Перезарядка ракеты. Ракета готова. Понял. Вперед! Вот люк. Митчелл, сюда! Митчелл, открой люк! Блин, мы не успеем еще. Останавливаться!
что есть! Вот так! И прекрати огонь! Стреляй, Митчел! Бей по двигателям! Бей по двигателям! Черт, да как ты... Митчел, держись! Ну все, мы остановили запуск. Я тебя вытащу. Не теряй сознание.
Идем, не отключайся. Страж 2-1. Прорываем оборону города. Войска Атласа отступают. Отправляю вам на помощь беспилотные средства. Вас понял, Кингпин. Запуск отменен. Повторяю, запуск отменен. Как слышали меня? Кингпин, прием! В любую минуту. Я опускаю тебя на землю. Пожалуйста, попробуй идти сам, Митчелл. Нужен свет. Привет, Митчелл. Не двигаться, мать твою! Хочу попросить о том... Я пустой! Ты слишком веришь в эти штуки. Город рушится, это конец! То, что я начал, не умрет со мной. Это больше меня. И точно больше тебя! Думаешь, я монстр? Это потому, что у тебя не хватает духу сделать то, что необходимо! Необходимо? Удар по Америке? Выпустить Мантикору, убить тысячи невинных людей? Я спасаю мир от него самого! Когда у Атласа не останется врагов, войны прекратятся. Это неизбежные жертвы. Ага. Аргумент всех больных тварей в истории человечества. Не знаю, что мы сорвали запуск. Они разнесут тебя вместе со зданием. Я мог убить тебя в лагере. Могу убить сейчас, но не стану. Я не зверь! Митчелл, попробуй открыть свой экзо. Ну-ка. Теперь мой. Не работает. Времени нет. Если он уйдет, все было зазря. Давай! Пошел! Не дай Айрусу уйти! Скорей, Митчелл! Двигай, двигай! Куда двигать? Вот, блин. Не дай Айрусу уйти! Скорей, Митчелл! Двигай, двигай! Вот, блин. Не дай Айрусу уйти! Скорей, Митчелл! Двигай, двигай! Черт, а? Так как это вы себе представляете? Не дай Айрусу уйти! Скорей, Митчелл! Двигай, двигай! Ну! Блин!
Не дай Айронсу уйти! Че ты тормозишь? Двигай, двигай! Так. Ну, блин. Так, что там было вообще написано? Не дай Айронсу уйти! Беги ты уже. Скорее, Митчелл! Двигай, двигай! Да... Не дай Айронсу уйти! Ну-ка. Скорее, Митчелл! Двигай, двигай! Блин! Не дай Айронсу уйти! Скорее, Митчелл! Двигай, двигай! Так. Не понял я. Какого... Не дай Айронсу уйти! Скорее, Митчелл! Двигай, двигай! Да как так-то? Я же... Не дай Айронсу уйти! Да беги ты! Скорее, Митчелл! Двигай, двигай! Да ё-моё, да задолбали вы уже! Не дай Айронсу уйти! Скорее, Митчелл! Двигай, двигай! Блин! Чёрт! Не дай Айронсу уйти! Скорее, Митчелл! Двигай, двигай! Вот ведь черт такой, а! Как его тут схватить? Тут же... Не дай Айронсу уйти! Надо было раньше за ним. Скорее, Митчелл! Двигай, двигай! Не сдамся так, что вытащи меня! Митчелл! Есть два варианта. Либо ты меня вытащишь, либо здание рухнет, и мы вместе с ним! Не сдамся так, что вытащи меня! Митчелл! Есть два варианта. Либо ты меня вытащишь, либо здание рухнет, и мы вместе с ним!
еще одна проблемка, блин. Мичел, помоги. Я не сдамся, так что вытащи меня. Мичел, есть два варианта. Либо ты меня вытащишь, либо здание рухнет, и мы вместе с ним. Мичел, что ты творишь? Что ты делаешь? Мичел, это я дал тебе руку. Мичел, я дал тебе второй шанс. Держу, друг. Держу тебя. Для него был только один путь. Мы приходим в мир с закрытыми глазами. Большинство предпочитает прожить так всю жизнь. Айронс открыл глаза. Он увидел, как несправедлив мир, и решил исправить его. Если он нашел ответ, то унес его в могилу. Да, мы прошли эту игру. Так, стекло пускаем. Фух, ё-моё. Всё. Игра наконец-таки пройдена. Так, ну что ж, вот мы просто прошли игру, наконец-таки. Всем всем спасибо, кто меня смотрел все это прохождение. Всем удачи, всем пока, увидимся в следующих прохождениях, которые будут уже скоро. Всем удачи, всем добра, всем пока. До скорых встреч. Пока-пока.